Песня называется «Пустыня». Но, честно говоря, я ее не пел очень много лет. Почему? Потому что ее очень хорошо и очень по-своему поет такой довольно известный певец Михаил Миша Воробьев, который «Яблок не снимут». Мне много не нравится, что он делает, но эту песню он сделал блестяще просто. И он мне сразу ее показал, и я вот после этого меня как заклинило, я ее вообще не слышал. Даже когда просили, не пел. А сейчас все-таки попробую, свой вариант. Совершенно другой, потому что у него другая мелодия, он все сделал, молодец, по-другому. Но здесь и слова стоят. Опять жара за 60, пески взметнулись и висят. И лезет в бронетранспортер, как полыхающий костер, выхватывая из огня боекомплект шестого дня. А сколько их еще, спроси. Шесть дней назад, сказал комбат, разведка видела отряд, прет от границы прямиком, наверное, коротко знаком с оазисами на пути, и мы должны его найти. А сколько их еще, спроси пустынь. Будет вертушки день и ночь, они хотели бы нам помочь, да разглядишь ли свысока среди проклятого песка, где разбежались и легли десяток тех, кто ближе шли. А сколько их еще, спроси пустыню. Во флягах кончилась вода, подбросят небом не беда. Беда, что бьют из кишлаков, они чужие средь песков. Там богатей правят власть, плевать им на кабулы власть. И сколько их еще, спроси пустыню. Шейни в песках искали день, седьмой удачный бы был день. Подул нам в лица наконец, и пыльный ветер от свинец. С бархана, с гребня, с бугорка ударили три дышака. А сколько их еще, спроси пустыню. Пускай под 70 жара, сегодня лучше, чем вчера. Два взвода двинуты в обход, их прикрывает третий взвод, четвертый с пятым на заслон, гранатометный взвод на склон. А сколько их еще, спроси пустыню. Прошла минута или час, какая разница для нас, когда окончены разговоры, тащишь бронетранспортер, перехвативший за приклад, в тебя стрелявший автомат. А сколько их еще, спроси пустыню.